Я считаю, что в отношениях все должно быть ровно. 50 на 50. Он покупает дом, ты в нем живешь. Он покупает машину, ты на ней ездишь. Идеально. 7-0. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Получается, если он тогда умирает уже как загнанная лошадь, да, потому что Паша, что все это выполнить, как бы, да, тут ты ломаешь ногу, да, ну все ж поровну, как бы, да. Хотя, в принципе, даже нужно что-то посерьезнее. Но, ладно, это все шуточки, ребята. А ведь так все, ну, не все, может быть, ну, процентов 90 вот этих вот семей, так называемых, и живут, да, что мужик пашет, бабки в семью, сдыхает на 10-15 лет раньше, в принципе, да, еще и пенсии ему на 5 лет позже, да, скорее всего, даже и не доживает ни хрена до нее, да, а потом чачка этим всем пользуется. Я даже сказал бы, тут не поровну ни хрена, а даже процентов ей 80 достается, потому что мужик там просто при жизни живет на этом, в этом доме, который он сам купил, да, а потом, в принципе, он выпиливается нахрен и все, как бы, а все остается такой вот чаечкой. Прикольно, да.